И всем привет! Да, это я. Опа! Ну и мы начнем проходить полностью игру. Да. Блэд, что я сказал? Ну ладно, мы начинаем проходить игру от начала до конца. Может быть, потом взлом покажу этой игры. Ну а мы начинаем проходить. Первая гоночка. Погнали. Победи своих противников. Окей. Слышь ты. Спиди. Хренов. Он куда-то спидит. А, все, он. Доспидился. Быстро едешь? Я не помню. Короче, пофиг. Мы прошли гонку. Пофиг, да? Джип лучше всех КБ. И мы подключаемся к... Так, я подключился к Гуглу. Ну, а мы называем себе прозвище. Ну, мое прозвище будет, как и теперь будет во всех никах, да? Я, возможно, еще Кэт сниму. Возможно, я еще и Кэт сниму, но это вряд ли. Ну и страна. Ну, выберем какую-нибудь прикольную страну. Так, чтобы я ФБР не нашли, да. Так. А есть прикольная страна. Ну ладно, пусть будет пусть Россия. И наш первый кейс. Новая краска и пижама. Ладно. Я вас понял. А сейчас мы совершим гоночку. Не, я такой не буду. Нормально. В принципе, от этот большой трактор, как мне Женя сказал, мой папа сказал, он, получается, открывается вот тут, да? О, это на легенде открывается. Ну, окей. Мы же себе движок прокачаем где-то никуда. И мы начинаем гоночку. Погнали. Какие медленные, ужас. Да что меня там тренируете? Сейчас все вырулю. Слышь ты, наркоман, куда поехал? Все, на изи. Сейчас на изи, да, и делаем. Он меня обгоняет, он быстрее меня. Слышь ты, мразь. Куда поехал? Все, иди. Ха. Да даже тупо. Почти не ехал. Сейчас врублю. Но это было изи. Изи, изи, изи. Это было реально очень легко. Продолжим. Реклама. Уйти. Все, пацаны. Открываем кейсик. И у нас Bronze One. Сейчас я отключусь. Мне нужно просто место освободить. Сейчас вернусь. Ой. Для меня это было очень много времени. Для вас это было мало. Ну и мы открываем наш... Второй кейсик уже. Пацаны. Эпическая карточка. Эпик. Да, так сказать, прям эпичек.
Блин, я гонку начал. Ну ладно, сейчас на изи выиграем, а там уже встретимся. Куда погнал? Я тебе не дам обогнать. О, нормально, все. Изи. Все из России, Кэткул, 2185. 200. Короче, какое-то число, да. И мы на изи выиграем эту карточку. Потому что мне только кажется, что тут слишком просто всех выигрывать. Изи, изи. Мы занимаем первое место, ну это как обычно. И следующая гоночка, погнали. Я могу сейчас по пути рассказать тактику вот этих гоночках. То, что можно, вот знаете, типа, когда начинается гонку, ну, кто играет, да? Типа, вот тут ехать, типа, вот тут зеленая линия. Ну, рядом вот, типа, вот где нам написано, типа, РПМ, там, типа, зелененькая линия есть. Нужно, чтобы вот стрелочка красненькая была на зеленой линии. И тогда будет идеальный старт, и вы сразу будете на первом месте. Ну, это от меня совет. Он от меня, он меня обогнал. Козёл. Козел. Но все равно мы занимаем первое место, забираем 1000 монет. Нормально, нормально. Гонки на время, нужна бронза. Окей. Вау, набери золото 1, чтобы разблокировать. $110. Как бы я буду в эту игру донатить, поэтому, знаете, но пока что я не хочу. 10 рублей это, блин, аж мало, да? Я бы, на самом деле, даже бы купил бы, но сейчас не хочу. Ну, а сейчас мы открываем кейс, знаете, за бесплатно. Опять же, пауза, чтобы не томить вас. Вот нам и выпали части. Ну, ладно. Допустим. Ну, а мы продолжаем гоночки. Да, кстати, детали. Сейчас нужно вот эту фигню прикрепить. Она будет намного лучше. И мы как бы будем как прокачивать? То есть мы будем прокачивать... То есть сначала мотор, теперь сцепление, а потом подвеска и АВД. И мы так будем прокачивать. Как бы я куплю вот эту тачечку. Потому что я на ней все ездю. Покупаем. It is bad. Как бы каждое видео будет идти 20 минут. Не, 15-17. Так вот. И мы прокачиваем еще вот это вот. Еще можно. Ну давай еще. Изи. Мотор. Ну все. И мы начинаем гоночку. Погнали. Перепрыгнул. Сейчас подождите, потом вернусь. Просто отлучился чуть-чуть. А мы начинаем. Вот, видите, зеленая линия. Вот идеальный старт, сразу первое место. Вот про что я вам и говорю. Ну, а мы начинаем нашу гонку. Как бы видео будет идти примерно вот минут до 15. Во, можно даже так, типа, каждое видео по 15 минут. Ну, даже будет больше, поэтому, знаете, для вас, типа... Ну, она идет. Как бы Him Cleansing 2, это крутая игра, я знаю. И, как бы, как я буду назвал свое видео? Him Cleansing 2. Ну, типа, да. Как бы еще бы назвали бы? Это именно прям на английском. Да, лучше на английском написать. Ой, блин. А, один умер. Гонки какие-то. Не, лучше просто перфейсинг. Уирик. И мы выиграем эту карточку. Забираем. Опа, тут смотри.
Я это сфоткаю. 1, 2, 4. Ну ладно, допустим. Опа, бесплатный сундук. Открываем. Пам-пам-пам-пам. Понятно. С вами все понятно. Че, за бесплатно, конечно же, на паузу. Все, реклама прошла. И опять все на автобус. Ваша оценка поможет нам пофиг, короче. Нет. И мы ничего. Так. Ну, я собираюсь сейчас себе, конечно, за бесплатно. Все прокачалось. Но, знаете, я лучше тупо накоплю на эту тачку. Сейчас я апну бронзу 2. Ну, и можно на этом даже видео заканчивать, да. Ну, и мы начинаем гонку. Погнали. О, из России пацан наш. Изи. Следующая гоночка. И мы занимаем нашу, опять же, первую позицию. Опять же. Вау-вау-вау-вау. Специальное предложение. 50 тысяч монет. 200 гемов. Ну, это, блин, суперджип. Ну, ладно, мы пока что не будем это все это делать. Ой, кто много карт. Ужас. Короче, понятно. Опа, разблокирована наша точила. Но, блин, Ладно, для вас последнюю карточку на новой карте. Погнали. 2 автобуса. Нормально. Не допрыгну. Да ладно. Ну, блин. Ну ладно. Держимся. Какая-то новая карта вообще. Блин. Ну окей, все равно первая позиция. Ну и последняя гоночка. Погнали. Это вообще какая-то очень новая трасса. Вообще первый раз ее вижу. Блин. Оба. И мы тут выиграем эту карточку. Брум-брум-брум. Изи. Золотой честик. Вау-вау-вау-чик. Но мы открываем вот этот чест. 4 гемаса. Бани. Все на байк. Нам придется за гем открыть, потому что оно, блин, ничего не выпало. И открывать этот кейс. Все. Ну, пацаны, как бы, возможно, я это, вот эту вот акцию куплю. Всем удачи и всем покусики!